В Ненецком округе впервые вручили юбилейные медали жителям, внесшим вклад в развитие региона. Церемония награждения состоялась во Дворце культуры «Арктика». Тем продолжит Наталья Кислякова. Нина Васильевна Алсухева 55 лет отдала преподаванию. Начинала с учителя начальных классов в первой школе, где проработала 11 лет. Затем получила высшее образование и была переведена в школу-интернат на должность учителя биологии. Нина Васильевна проработала там более 40 лет. Занимала должности завуча, а потом и директора учебного заведения. Мечта моя была в свое время, что я буду учителем биологии, создам кабинет, зимний сад у меня будет, в общем, живой уголок, создам все, что необходимо для повышения знаний наших детей. К слову, у Нины Васильевны все получилось. Преподаватель своими силами собрала коллекцию растений, а также создала живой уголок, где были все виды позвоночных животных. Надо сказать, что все, кто тут учились у меня, и те, кто уже теперь после выхода на пенсию еще помогают готовиться к ЕГЭ, все поступают и сдают очень хорошо. Я очень рада, потому что приятно, когда встретишь, и все к тебе бегут, и все радуются и благодарят за то, что я такая была. Церемония награждения прошла в рамках празднования 90-летия со дня образования Ненецкого округа. На торжество пришли представители власти со словами благодарности и поздравлениями. И вот сегодня здесь сидят очень известные, заслуженные люди, которые действительно всей своей жизнью, трудом, профессионализмом доказали служение своему округу. Поэтому для нас, для собрания депутатов, это высокая честь сегодня присутствовать на этом мероприятии и сказать вам огромное спасибо за все то, что вы сделали. Ну и мои коллеги-депутаты еще хотели сказать только одно. Вы заслужили эти награды. Обладателями медали стали 83 жителя округа, чья трудовая и общественная деятельность принесла значимые результаты в различных сферах жизни, а также те, чей труд способствовал повышению авторитета региона в Российской Федерации и за ее пределами. Но лицо каждого региона – это его жители. В округе живут прекрасные люди. Люди, работавшие, работающие на благо округа, люди, воспевающие округ, люди, делающие его крепче и состоятельнее. Разрешите сегодня от имени губернатора Ненецкого автономного округа Александра Витальевича Цибульского и от себя лично поздравить вас с юбилеем округа, с юбилейными наградами и пожелать вам здоровья, счастья, мира, тепла, благополучия вам и вашим близким. Добавлю, вручение юбилейных медалей состоялось впервые. Награда учреждена в конце 2018 года губернатором Ненецкого округа Александром Цибульским. Наталья Кислякова, Антон Водоряков, телеканал «Север».